Всем добрый вечер. Вечерняя Наталья. Район Коньялты. Субботний день, вечер, в кафе, в ресторанах много людей, на улицах много людей, везде много людей, хотя уже 10 вечера, соответственно, прохладно, но уже вечер, днем вообще тепло было, можно было без курток ходить, но вечером, естественно, куртка. Все работает, везде много людей. Бар, ресторан тут тоже. Магазины работают до 10, до 11 вечера. Кафе, рестораны, пока люди. Все магазины работают пока. Супермаркет. Все для пляжа. И не только. Спиртное есть. Что тут еще? Чай. Вот еще один ресторанчик. И тоже много людей. Столики заняты почти все. До сих пор можно попить гранатовый сок. Хотя гранаты уже такие подсохшие. У нас в отеле тоже гранаты есть хорошие, сладенькие. Уже все. Они уже ушли, как говорится, это старый запас. Вот такой перекресток. Вот прямо если это едешь в старый город. 5 Мигрос. А тут вот рыбный ресторанчик. Всегда людей много, рыба свежая, вкусная. Такая рыбка тут. Мясо.
Ну вот, остановка тут автобуса есть. Ну, короче, если в старый город едешь 08, если к Марко Наталии 36, 35, они проезжают через Мигрос. Сегодня со старого города мы ехали, заехали за 15 минут очень быстро. Просто водитель несся на всех парах. А Наталья как покупаете в машине? 15 лир стоит сама карта. Заряжайте насколько вам надо и садитесь в автобус. Проезд в автобусе. Вот как раз 08 пришел. Вот. Ататюрк Бульвар, Микрос. Вот все остановки написаны. Проезд в автобусе сейчас 8 лир. Вот. 9 градусов тепла расплывается. 9 градусов тепла сейчас. Электроскутеры. Через мобильное приложение и вперед. Кстати, очень быстро получается, быстрее, чем что-то. Если вот так по прямой идти, то прямо на набережную выходишь, на набережье Коньякты. Сейчас пройдем по прямой. Людей везде много. 11 час вечера уже. Но завтра выходной, все отдыхают. Yoksa da gel gidelim. Эти два ресторана, кафе, тут всегда много людей, всегда. Вот наш отель Sea Life. И сразу же через переход на набережную. Тоннель на зимний период не работает, так что только поверх, через переход.